Здравствуйте! Это канал Видеомокикла и серия Словарь. Сегодня наша тема – транспорт или сообщение. Сусисиекимас. 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 Откуда это слово? Во-первых, нам нужно знать это слово. Добивать, добиваться. Сиекте, сиеке, сиеке. Сиекте, сиеке, сиеке. И добиться, посиекте. Посиекте, посиеке, посиеке. Я добился своего цели. Я добился своего цели, если так правильно говорю. Аш пасекел саво тиксла. Я добился, аш пасекел своего цели. Саво тиксла. И добиться что? На литовском языке винительный падеж. Добиться что? Аш пасекел саво тиксла. Винительный падеж. Последний раз. Аш пасекел саво тиксла. Я добился своего цели. Теперь от этого слова... От этого глагола мы сделаем другой глагол с префиксом «су», который на русском языке похоже есть «со» или «с». Например, «сообщаться», «су». И это слово тоже, этот глагол тоже рефлексивный. С, как на русском языке «сообщаться». «Са» — это частица, есть «се» на литовском языке, «сусисиекте». И если глагол имеет какой-то префикс, например, «су», это рефлексивная частица «са» на русском языке, на литовском «се» должна быть после префикса, между префиксом и корнем слова. Так что это префикс, это частица рефлексного, рефлексивного глагола, если я правильно говорю. Но теперь сусисиекте, сусисиеке, сусисиеке. Сусисиекте, сусисиеке, сусисиеке. Этот глагол и, например, такое предложение. Мы с вами связываемся по телефону. Мяс су юмис, мы с вами... Mes su jumis связываемся, susisieksime, susisieksime, susisieksime по телефону, телефону, телефону. И на литовском языке мы используем творительный падеж по телефону. Но на русском языке по-другому, но на литовском творительный, так что. Мы с вами связываемся по телефону. Mes su jumis susisieksime telefonu. Это может быть, если вы пришли в разговор по поводу работы, например. Мы с вами связываемся по телефону, так вам говорит. Mes su jumis susisieksime telefonu. И от этих слов у нас есть... Такое слово получается. Сообщение или транспорт. Сообщение. Susisiekimas. Есть еще слово транспорт на литовском языке. Транспортас. Транспортас. Но теперь это susisiekimas, сообщение. Это слово используется в этом смысле, в этом предложении. Вы теперь увидите. В этом районе плохой... Плохое сообщение. Плохое сообщение. Это значит, что трудно сюда приехать, или там автобусы не ездят, и так далее. Что, это значит плохое сообщение. Мы используем слово сообщение susisiekimas. Так что, если мы спросим, например, как susisiekimas, какое сообщение, мы интересуемся
трудно ли здесь приехать или, ну, короче, есть ли хорошее сообщение? Можем ли мы приехать здесь легко? Так что предложение. В Шитаме районе, в этом районе, плохое сообщение. Prastas susisiekimas. В этом районе плохое сообщение. Šitame rajone prastas susisiekimas. Šitame rajone prastas susisiekimas. Еще раз, последний раз. Šitame rajone prastas susisiekimas. Теперь мы будем изучать или выучим название средства транспорта. Так что средство приемония и средство транспорта сусисиекимо приемония. Множественное число средства сусисиекимо приемонияс. Так что сусисиекимо приемония и множественное число сусисиекимо приемонияс. Во-первых, слово «путь». Келес. Путешествовать. Келяуте, келяуя, келяво. С помощью этих суффиксов у нас получается глагол. И если вы не знаете, что за эти три слова, это эти три основные формы глагола. Каждый глагол имеет три основные формы. Инфинитив, что делать, третье лицо настоящего времени, он, оно, она, они путешествует или путешествуют. И третья основная форма — это прошедшее время, третье лицо. Он, она, они путешествовали. Теперь идти. Эйте, эйна, эйо. Это похожее слово, ну, на русском языке прошедшее время другое, но на литовском языке корень та же самая, но, я имею в виду похожее, но не та же самая, но потому что «эйна» и «эйо» — прошедшее время. В прошедшем времени у нас есть буква «э» — «эйо». Так что это неправильный глагол, но эти его три основные формы. Эйте, эйна, эйо. Теперь слово «пассажир». Келейвис, келейве. Мужской род, женский род. Келейвис, келейве. Так мы видим, что это слово сделано с «келес» и «эйте». «Келес, эйна». Келейвис. И это в этих словах, в которых есть этот компонент с этого глагола «эйте», у нас такая буква «в» есть в этих словах, если у нас есть второй компонент слова «идти». Но «келес» плюс «эйте» — «келейвис» — «пассажир». Теперь средства транспорта. Автомобиль. Автомобилис. И вы должны обратить внимание на то, что автомобилис, не автомобилис, но автомобилис. Это такой дифтонг. Очень трудное, но вы должны этот дифтонг знать.
двугласные. Автомобилис. Автомобилис. Машина. 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 И тоже обратите внимание, не машина, но машина. Машина. Это «э» очень краткое. Машина. Мы почти не услышим этот звук. Машина. Очень краткое. И «а» ударение на слог последний. Машина. Машина. И «ш» тоже мягкое. Машина. «Щ». Не машина, но машина. «Щ». Машина. Машина. «Щ». Машина. Последний раз. Машина. Так что машина. Совсем другое произношение. И скорый, скорая. Грейтас, грейта. Грейтас, грейта. Грейтас плюс келес. Получается грейткелес. Келес. Келес, путь. Грейтас, келес. Скорый путь. Скорая путь. Автострада. Грейткелес. 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 Это автострада. Тоже есть слово автострада. Такое слово может быть использован в разговорном языке, но тоже есть слово грейткелес. Грейткелес. Откуда слово пояс на литовском языке? От слова тянуть. Траукте, трауке, трауке. Траукте, трауке, трауке. И поезд траукинис. 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 Это значит пословно то, что есть это такая вещь, которая тянут, которая, ну, мотор тянут, тянут. Мотор тянут это, эту вещь. И эта вещь, пословно, и есть. Траукинис. Это то, что есть тянутое. Ну, я не знаю, если я говорю хорошо, но траукинис — это пословно от слова тянуть. Теперь некоторые связанные слова. Вагон — вагонос. 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 И купе. 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 Обратите внимание, что «п» такая мягкая. Купе. «П». Не «п», но «п». 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 Не «п», но «п». Купе. Последний раз. Купе. Купе. Теперь корабль. Лейвас. 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 И плавать. На литовском языке корабль идет, мы говорим лейвас плауке. Лейвас плауке. Корабль плавает, пословно. Плаукте, плауке, плауке. Плаукте, плауке, плауке. И тоже, если мы говорим ехать, кораблем. Я имею в виду ехать на корабле. Если мы говорим так, мы должны сказать «аж плаукю лаево». Мы используем творительный падеж не на корабле, предложенный падеж, но лаево творительный падеж. «Аж плаукю лаево». Я еду на корабле. Так что это слово очень полезное. Плаукте, плауке, плауке. Плавать. Или ехать на корабле. Или корабль идет. Плауке лаивас. Теперь слово паром. От этого слова поднимать. Кельте, кяля, келе. Кельте, кяля, келе.
Kelti, kelia, kėlė. Į tą slovą. Keltas. Keltas. Į tą nemėgkąją lainu. Tvirtąją. Keltas. 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 Param. Į tą, na, primėr, Litovskom koro tiek Klaipėda. Jest keltas. Потому что, чтобы попасть в этот полуостров, который называется Куршунерия, нужно переехать очень маленькую дистанцию на корабле. Нужно воспользоваться keltas. Мы должны ехать keltu. Reikia plaukti keltu. Плавать паром. Пословно. Но ехать на корабле. Ехать на паром. Так что keltas паром. И если мы говорили о лейвосплавке, корабль идет, корабль плавает пословно, мы еще должны знать, что если мы, у нас есть слово «траукинис», «поезд», мы тоже не можем сказать «поезд идет». Мы должны сказать «траукинис вожуя», «поезд ездит». Так что «эйна» идет, мы не используем со словами «траукинис» или «лейвас», «корабль» и «поезд». Теперь самолет. Во-первых, лететь. «Лекте», «ляке», «леке». «Лекте», «ляке», «леке». Ну, это слово не лететь на самолете, но просто быстро двигаться. Быстро двигаться. Но если слово «лететь на самолете», тогда будет слово «скристи, скренда, скридо». «Скристи, скренда, скридо». А это слово «лететь» просто быстро двигаться. От этого слова сделанное слово «самолет». «Лектувас». «Лектувас». Это значит то, что быстро двигается. «Лектувас». И это еще другой глагол, связанный со словом «лекти», «быстро двигаться». Лакёте, лакёя, лакёя. Это редкое слово, древнее слово, и от этого мы получаем слово лётчик, ну или пилот. Лакунас, лакунас, лакунас. Так, слово лететь. Если вы летите на самолёте, вы должны использовать это слово. Скристи, скренда, скридо. Скристи, скренда, скридо. Теперь ехать или идти. Например, корабль идет, поезд идет, но на литовском языке корабль ездит, поезд ездит. Вожуете, вожуя, вожаво. Вожуете, вожуя, вожаво. Ехать. Теперь откуда слово «водить» и «водитель»? От слова «руль». «Вайрас». «Вайрас». И «водить»? «Вайруоте», «вайруоя», «вайраво». «Вайруоте», «вайруоя», «вайраво». «Водитель»? «Вайруотояс». 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 Ну, это мужской род. Женский род. Вайруотоя, вайруотоя. Так что еще раз обратите внимание, что траукинис вожуя, поезд. Поезд идет, траукинис вожуя, корабль идет, лейвас плауке. И самолет летит, лектувас скренда. Это все для этого урока, это просто такая краткая урока, чтобы вы изучали несколько слов, чтобы вы выучили несколько слов. Если у вас есть какие-то вопросы,
или комментарии, напишите. Напишите свои комментарии. И тоже есть бесплатная электронная книга по-русски. Эту бесплатную книгу можно скачать, если вы щелкнете на эту ссылку ниже этого видео в YouTube description. Можете получить, скачать эту книгу, или просто идти в этот сайт, или посетить наш блог, ну, или веб-сайт videomolekula.wordpress.com. И тоже есть Twitter и Facebook. Если вы пренумеруете Видеомолекула на Twitter, вы увидите самые новые видео, первые. И должен сказать, что эта серия, словарь, просто не какое-то, ну, это урок литовского языка, ну, вы должны это выучить. Нет, словарь — это такие чтобы познакомить вас со словами, со разными словами, которые связываются или связаны между собой. Так что в этих некоторых видео не очень много предложений, примеров, но цель этих видео, чтобы вам показать разные слова по какую-то тему. И другие уроки со фразами, с предложениями, с... чтобы, ну, не только со словами познакомить вас, но тоже и вас, чтобы вы выучили говорить или сказать предложение, или что-то понять, будут другие уроки. Ну, это словарь, серия словарь, только что предназначена для изучения слов. Ну, и есть некоторые примеры. И дальше в этой серии будут больше предложений и примеров, потому что такие видео сделаны, это первые видео, но дальше будут больше предложений, и вы выучите больше. Так что спасибо, что смотрели. Ачуку джурите. Можете скачать бесплатную электронную книгу в августе этого года и с аудио. И спасибо. Мы увидимся в другом уроке. Ики.